Исследовательский журнал, старший офицер по науке доктор Кейн, запись. Меня очень тревожит то, что происходит в колонии. Уверен, это как-то связано с найденным обелиском, но как именно, не установлено. Почти у 40% колонистов различные признаки психического расстройства. Наиболее явные симптомы – острая депрессия, диспаника, галлюцинации. Случаи насилия и убийств указывают на растущую паранойю. Доктор Мерсер предложил доставить нескольких больных на борт для обследования. К тому же психиатр колонии доктор Вэлланд признался, что не может объяснить происходящее, и зашел в тупик. Мне не нравится идея привлечь доктора Мерсера, но сейчас необходим его опыт. Нам нужно решение проблемы. И как можно скорее. Записи капитана, а ты пока отправляйся к транспортной станции, свяжемся уже там. Нужно разобраться, что, черт побери, случилось с этим кораблем.
Одна из этих тварей пробралась в каюту капитана. Я сумел загнать ее в поврежденную спасательную капсулу. Так, ввожу коды доступа. Нашел борт-журнал. Что бы это ни было, все началось еще на планете, которую они расковыряли. Дрянь расползлась повсюду. Айзек, это не инфекция. Это инопланетная форма жизни. Да, у нас проблемы. Двигатели корабля не работают, орбита сужается. Немедленно отправляйся в машинное отделение. Я пока останусь здесь, найду, в чем загвоздка. У нас две проблемы, и времени в обрез. Первое. Топливо не поступает к двигателям. Второе. Вышла из строя гравитационная центрифуга, а это значит, что несколько триллионов тонн камня тянут нас вниз. Ты должен запустить центрифугу, возобновить подачу топлива и включить ускорители, чтобы я стабилизировал орбиту. Личный дневник. Исполняющий обязанности главного инженера Джейка Темпл. Запись. Прошло всего два дня с момента, как они вскрыли планету. Как погиб капитан. Паника, мятежи. Все это было только началом. Наши друзья, коллеги, они стали возвращаться. Изменившиеся. Возвращаться, чтобы убивать нас. Сегодня утром пропал Ракер. И я подозреваю, что он уже мертв. Моя команда. У них встают нервы. Я присматриваю за ними, но сейчас появилась проблема посерьезнее. Мы теряем топливо, и двигатель стал работать с перебоями. Денверс и я попробуем добраться до топливного отсека, посмотрим, что к чему. Темпл, конец записи.
заправки. Thank you.
включилась центрифуга. У нас на заднице висит скала весом 4 триллиона тонн. Без работающей центрифуги гравитация просто размажет нас о планету. Посмотрю, возможно ли ее починить. Активирован режим обеззараживания. Пожалуйста, ждите. Обеззараживание завершено. Спасибо за ожидание. Зона гравитации. Зона невесомости. Thank you.
Центрифуга деактивирована. Пожалуйста, подключите энергоблоки вручную и попробуйте еще раз. Центрифуга деактивирована. Пожалуйста, подключите энергоблоки вручную и попробуйте еще раз. Активировано. Восстанавливаю баланс с планетарным грузом. Гравитация в норме. Вхожу в вакуум. У тебя отлично получается, Айзек. Центрифуга и гироскопы стабилизированы на 100%. Теперь уходи оттуда и займись двигателем. Не знаю, сколько времени у нас осталось.